Добрый день, с вами Алексей Савельев. Сегодня мы разберем простую очень тему. Как импортировать файлы в программу Adobe Premiere и как сделать первую нарезку файлов для того, чтобы уже в дальнейшем приступить к детальному монтажу. Значит, во-первых, что мы сделаем, мы откроем саму программу. Значит, как вы видите, это Adobe Premiere версии CS6, Creative Suite 6. Все, что мы скажем, будет справедливо и для версии 5.5, и для следующей версии Adobe Premiere Creative Cloud. Значит, в первом окне, в приветственном окне, можно открыть уже существующие проекты, но мы создадим новый проект. Нажимаем кнопочку New Project. Здесь нужно указать, в какой папке будет располагаться наш проект, либо пролистать до нужной папки, либо остаться в той, которая нас устраивает, в какой-то случае. Значит, здесь ниже name даем проекту имя. Назовем его import files. Ну и вначале нужно обозначить этот урок 0.1, поскольку он у нас первый. Нажимаем ОК. Вот это устрашающее своими параметрами окно можно пропустить. Я покажу короткий способ, который позволяет это сделать. Просто нажимаем ОК, даже не давая название секвенсу. Значит, секвенс или последовательность, или таймлайн, да, созданный по умолчанию, мы удаляем, поскольку мы сделаем сейчас свой собственный, который соответствует тем файлам, которые сняты на конкретную нашу камеру. Итак, выделяем секвенс 0.1, нажимаем Delete. Следующий этап. Импорт файлов. В простейшем случае, когда файлы отображаются Windows в виде пиктограмм, проще всего открыть эту папочку, куда они импортированы, выбрать файлики, которые нас интересуют. Вот меня интересуют два файла сейчас. Я их выделяю с клавишей Shift, чтобы они, значит, сохранили свое выделение после щелчка. И перетаскиваю в окно Project. Вот они импортировались. Окошечко можно свернуть. Значит, следующий шаг — это создание таймлайна, который бы полностью соответствовал нашим видеофайлам. Посмотрите. Значит,